Всем привет, привет! С вами Флешка, и это женские игры. И что? Мы продолжаем развлекаться в замечательную сборочку. Кинга никто не видел? Никто не видел. Только ему не говорить, я забыла обновиться. Вот. Так что я не знаю, что он там наобновлял, но сегодня будем пока что без обновления. Я, главное, ему написала: да-да, хорошо, обновлюсь. Думаю, обновлюсь перед стримом, а потом как-то все завертелось, и я не обновилась. Черт. Ну что ж, поехали. Я, кстати, насеяла, много насеяла. Я не знаю, чем мы сегодня будем заниматься. У меня нету какого-то конкретного плана. Если на предыдущий стрим у меня был конкретный план, я хочу сделать то-то-то-то-то, то здесь как бы нету плана, да. И угроза, что Кинг отключит мне кулинарный генератор, если я не сделаю кнопочку, все-таки подействовала. Наконец-то кнопочка, о которой все просили. Не знаю зачем, но в общем, пробуйте, жмакайте, кто там просил. Вот, кнопочка есть под стримом. Вот. Да. И знаете, что я еще сделала? Почему я не обновилась? Потому что перед стримом я зависла и делала вот это. У меня теперь есть все аспекты. Как я это делаю? Повторюсь, я захожу на сайт Фитцбиста, разворачиваю все аспекты, там они очень красивенько по градации расписаны, первого грейда, второго грейда, и просто соединяю базовые в следующие, эти следующие, еще следующие. И так я добыла все аспекты, но я еще не все просканировала, как-то очень много времени это занимает. Сделала себе печенюшечку, кухня кухней, а кушать хочется по-серьезному. И наделала металлов. Это, кстати, еще не все. Я уже некоторые перевела в блоки. Не знаю, можно заняться немножечко машинками? Про какую кнопку ты говоришь? Все очень просили кнопку донатиков, потому что никому не удобен вебмани. Поэтому я сделала кнопочку донатика. Все как вы любите, прям с музыкой, с оповещением. Только без читалки. Я что-то с Google женщины не дружу. Оу, Кинг, тебя ждали. Что я еще сделала? Что я сделала? Я сделала много глины. Это ускоритель из Мариколчур, не удивляйтесь. Сделала много глины, потом пихала ее в сагмил. И смотрите, что я сделала. Я покормила Кинга силиконом! Хочу кушать кремний. Кушай кремний, ом-ням-ням. Забираем награду. Вы просили, чтобы это было на стриме, так что посмотрим, что же там за награда. Ир, спасибо большое. Спасибо. Что, кнопочка работает, да? Сейчас, только мне надо в отдельном окне читать, потому что у меня на ОБС-ке очень... Кнопка работает, протестирована. Отлично. Спасибо, ребята. И что у нас? Что у нас? Что далее? А это задание неповторяемое? А почему оно неповторяемое? Я хочу много сумочек за 1500, это кремния. Вкусный силикон. Кинг такой сидит, такой, знаете, как я не знаю, песок там перегрызивает. А вы всем... И что это такое? Wooden Storage Crate. Илья, доброе утро, Илья. Кинг! О, я хочу еще раз сдать. Сейчас я немножко успокоюсь и продолжу. У меня немножечко мало слов. Для вот этого. Доброе утро, чудо, Юда. Знаете, после такого даже не хочется сумочку открывать, потому что она точно не будет круче, чем вот это. Дыши носиком, носиком. О,
Tell me basis. Я не знаю, что это такое, я так и не посмотрела обзор. Я не Анюта. Почему меня все постоянно какими-то странными именами называют? То Анюта, то Настя, то еще что-то. Если не знаете, как меня звать, ну просто флешка. Ну, как бы логично. Я не знаю, что это за деревья. Я их боюсь выращивать здесь. Ну, блин! И как нам теперь в Applied Energistic врываться? Давайте посмотрим, просто посмотрим. Applied Energistic. Что нам там, грубо говоря, для начала надо? Нам надо хотя бы один ME драйвер. Ну, типа, можно сделать. Что еще? Что еще? Я Energy Acceptor обычно делаю, да? Тоже можно сделать. Что еще? Провода тоже можно. Уйдите эти все штуковины, смотрите. Все мне загадили здесь. И ME терминал, ME паттерн терминал, крафтинг терминал. А, здесь нужны forestry, нам нужен carpenter, и также нам нужен термионик фабрикатор. А в принципе мы это можем сделать. Мы прям тоже посмотрим. Посади их в отдельное место. Что делать будешь? Ну, наверное, мы будем двигаться в сторону Applied Energistic. Почему бы и нет? Здесь такой подарок прям вообще. Флешка, ты откуда сборку? Я прихожу по ссылке из группы, у меня просто останавливается загрузка. К Кингу. Кингу, говорю, успокойся, все хорошо. Нет, я не апдейтнулась. А что там, что-то очень сильно критическое? Так, заглушка. Спасибо, Сигме, за заглушки. Итак, что поменя... Эй! Все, отменяется. Отменяется, в общем. Applied Energistic. О, Кинг! А так бы сделала Applied Energistic, а потом обновилась. А теперь нет. Теперь не сделаю Applied Energistic. Ёшкин кот. Void Plate это еще куда ни шло. А Wind Crystal... Я даже не знаю, что это такое. На парадоксе такого не было, я этим не пользовалась. Черт! Арому вроде можно настроить. Я не берусь ставить какие-то дополнительные моды, а вы говорите настроить. Крафтинг терминал. Еще и два терминала. Обычно один терминал. Ой, титанит. Титанит, а это так и осталось. Ты хорошо по обзор смотреть надо опять. Ну, точнее, досматривать. Я посмотрела только первую часть, где там основа, что мне надо было для стрима. Молодец, Кинг. Ну, серьезно. Напишите Кингу молодец за вот эти крафты. Они великолепны. Я опять скреплю стулом. Опять не скоро. Теперь Applied не скоро. Ну почему лагучий? Essential Craft прекрасный. Я сделала себе топорик, кстати, с Essential Craft. Да, я тогда ругалась, что он не делается. Нет, сделала я блоки, сделала топорик, потому что не всегда надо поджигать. Хорошо, хорошо. Все, на это я пойти могу. Я хочу сделать портал в ад, ребята. Да, у меня зажигалочка есть? Есть зажигалочка. Хочу сделать портал в ад, потому что, ну, не спавнятся эндермены. Я сеяла столько, вот реально, когда не надо было, они спавнились. А теперь не спавнятся. Куда я иду? Я сюда иду. Я хочу сделать портал в ад, хотя бы посмотреть, что там происходит. Если там все прям печально-печально, ну, не знаю, будем что-то думать. Ой, меня тут ребята научили зажигать... Ой, это что, у меня получится в полу две этих, две обсидианинки?
некрасиво будет. А нет, это под землей, а это? Это под слэбом, скорее всего. Это тоже под землей. О, красивенько. Хорошо. И зажигаем. Та-дам! Пошли сходим, посмотрим. Не-не-не, лук надо взять. Я же пошла за гастами охотиться и лук не взяла. Флешка, флешка, ты такая флешка. Я просто тут на эмоциях от этого. Может, еще один лук взять? Еще один зачаренный есть. Пускай будет. Мне не жалко, они тут падают усердно. Можно даже какой-то зачарить. Боу-боу-боу-боу-боу. Есть же из ботании лук. Есть еще кристал боф, но нам до него еще немножко. Вот этот. Есть таумкрафтовский? Нет. Вич Хантер? Нет. Ну хорошо, пошли посмотрим. Ты говоришь, там бедрок кругом, да? О, красивенько. А здесь кто-то будет спавниться или нет? Кстати, надо бы взять Здесь, походу, никто спавниться не будет. Здесь можно делать качалочку хотя бы с камня, знаете? Я думаю, что гасты здесь спавниться не будут. Им же лава нужна для спавна или как? Они обычно где-то над лавовыми озерами спавнятся. Да, пустынненько. Я никогда не думала, что в аду тоже снизу есть бедрок. Серьезно, я думала, что только сверху есть бедрок. Мы сейчас на каком уровне находимся? На уровне 4. Круто. Так низко в аду я еще не... Так низко я еще не опускалась. Будут спавниться, и площадка нужна ровная. Огромное количество качалок и ферм гастов делают... Давайте возьмем немножечко... Чего возьмем? Возьмем каблушки и зафигачим площадочку. Такую, не детскую. О, я здесь наставила еще этих. Вы видите, да? И пока что ручками не хотелось тратить две трансферноды на вот это счастье. Дойдем как-то до кондуитов и забабахаем это автоматически, чтобы оно компрессовалось. Хочется как-то добраться до бедрокиума. Честно говоря, я качалку в аду видела один раз, то Саша ее делал, пробивал как-то там бедрок туда-сюда, но я никогда таким не занималась. Ну что, будем выравнивать или наращивать выше, потому что везде, где будет блок, будем наращивать выше. Везде, где есть блок бедрокиума, там ничего спавниться не будет. Это прям у портала делать как-то опасненько, да? Или портал тоже бы закрыть комнаткой? Неудобно. Я хочу Builder's Wand. Я знаю, что вроде бы уже есть крафт. Даже вот этого крутого, да? А, нет, надо что-то выучить. Эх, нестабильный слиток. Ритуал? В принципе, ритуал можно провести. Кстати. Сейчас здесь сделаем площадочку. Вот. Сделаем площадочку. И знаете, чем займемся? Займемся кровавой магией. Надо развиться до 4 уровня алтаря. Сделать ритуал. Ритуал убийства. Вот. Well of Suffering. И после этого можно провести ритуал из Extra Utilities. Во-первых, мы получим сигилу. Во-вторых, Builder's Wand. Ну, во-вторых, мы получим проклятую землю, тем более, что у меня есть лопатка на Silk Touch. Хью меня там спрашивал, зачем тебе именно лопатка? Вот, зачем именно лопатка? Смотрите, они уже пошли куда-то гулять. Пошли осваивать пространство. Так, там виспы летают, тут собачки. Иди сюда, собак. Собак.
Собак. Ой, какой ты толстый собак. Ой. Ой. А знаете, здесь как-то неприятно. Как-то вообще неприятно. Тем более, что броня не сильно-то защищает. Как-то. А если я все засвечу, то виспы будут спавниться или нет? Как вы думаете? Наверное, что нет. Или же вверху могли бы и заспавниться. Да не поджигай ты меня, собакин. Как-то не то, что я ожидала, честно говоря. Здесь еще и пауки могут заспавниться. Или здесь нету этих пауков страшных? Страшных, пристрашных. Что-то мой коварный план провалился. У меня есть еще один коварный план. Знаете какой? У меня еще есть один коварный план. Мне кажется, должны быть семечки мицелия. Или они из песка сеются? Я песок вроде бы не сеяла. Нет, я песок не сеяла. Где мои семечки мицелия? Значит, мне нужна трансфер нода ликвидс. Да? Колодец мы возьмем. Мы сделаем несколько бочек, точнее 8. У флешки есть план. И она его будет планировать. Да. У меня есть коварный план. Если я не могу вот таким вот макаром получить слезы Гаста, у меня есть другой способ. Вот. И я буду его пользовать. Я буду его пользовать. Эта конструкция будет немножечко места занимать. Но мне также понадобится много этих нот. Давайте посмотрим, могу ли я сделать кондуиты. Кондуиты, айтемные, Pulsating Iron, да, конечно, Pulsating Iron, Ender Pearl. У меня нет ни одной. Черт. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Возьмем Ender дерево, возьмем Bone Meal. А его где-то подальше надо сажать? Или нет? Что-то срубим сейчас. Я хочу сделать штуковину. Я ее делала на Доминионе. Штуковина будет, которая автоматически будет делать мне Soul Sand. А потом его партиями можно будет закидать в тот же... Смотрите, какой красавец вырос. Нам надо его срубить срочно. Дерева-то мало. А потом... Буду этот Soul Sand просеивать. С неким дошансом там есть процент получения слез Гаста. Мне как и сами слезы пригодятся в конце-то концов, так и их можно будет переделывать в Ender Pearl через каталист ботанический. Топор хорош. Вот этот из Essential Craft. Мне даже очень нравится. Все? Нет, не все. Теперь все. Ей! Нет. Фу, флешка. Это уже не надо рубить. Это уже слишком. Так, вы там меня ни о чем не предупреждаете? Подальше сади. Он что, будет сейчас эндерменов бросать? Насколько подальше? Хорошо, давайте возьмем кусок земли и пойдем вот туда на площадку, где у нас предполагается... Что у нас там предполагается? У нас там предполагается кровавая магия. Скинуть. Ну, пошли. Еще можно дропик скинуть. Хе.
Собаки поделились головами. Спасибо им на этом. Да, надо... Ведьминская вода превращает спрутов в гастов? Дела отлично. Серьезно? Спрутов в гастов? О, кто-то знал об этом? Я ни разу не слышала. Серьезно. Не, ну то, что она там на этих превращает, это да. А прям... И что? Дерево прикольное. Может, возле него будут эндермены спавниться, если отойти? А если я возьму крюк, я смогу добыть из него саплинг? Еще один? Видите, никто не знал. Земли больше поставь рядом. Оки-доки. Сейчас. Я только сделаю крюк и принесу земли. Интересно. Интересно. Таумик Бейсис. Бегом надо смотреть обзор. Вова, такой выдумщик, такой выдумщик. Прям сил нету. Так, земля. Ой, смотрите, сколько у меня земли. Ну да, логично, что на эндстоуне должны спавниться эндермены. Или нелогично? Или им слишком светло? Давайте... Ой! Ой! Что ты творишь? У меня сейчас и помимо эндерменов здесь что-то будет спавниться, да? А можно саплинг из тебя добыть? Или это была одноразовая акция, да? Походу нельзя саплинг добыть. Я не буду тебя трогать больше. Давайте отойдем. Сейчас F7 сделаю. Вот так вот. Вот так вот. И посмотрим, посмотрим. Насколько далеко? Хей! Эндерперлочка! Замечательно. Мне нужен сундук где-то здесь. Я, в принципе, планировала поставить здесь сундук для Blood Magic. Теперь можно спокойно отходить и потом ходить туда фармить потихонечку. Юху! Так что и сумочка тоже была очень полезной. Сундучок вообще бомба, а сумочка была очень полезной. Давайте сделаем какой-то крутой сундук. Я хочу сделать из эмеральдов сундук. Чест. Чтобы прям все у меня влезало, он должен быть большим, или же я ошибаюсь? Значит, мне надо два блока эмеральдов. Ой, а что будет, если заспавнится компресснутый этот красавец? Это будет круто. Также мне нужны бревна и чисто сундуки, да? Раз, два. А бревна я приносила, нет? Не приносила? А думала, что приносила. Вот там, конечно, у меня всякого левого спавнится. О! Этот пигмент пришел в гости. Ну, по лесенке он не залезет. Это точно. Пускай себе там стоит, он потом задоспанится. Правда, звуки будет. Нет, я не видела босса из Essential. Серьезно? Вот этого не люблю. Итак. Пам-пам. И бревна. Я что-то сделала не так? Потому что там не сундук должен быть. Да нет.
А что я делаю не так? Я не поставила сундуки. Вот что я делаю не так. Насколько вы большие? Вы того стоили или нет? Понятно. Между ними нет никакой разницы. Жаль, что с алюминия нельзя делать. У меня алюминия реально много. У меня и эмеральдов много. Я вас здесь оставила. Поэтому я решила поэкспериментировать именно на эмеральдах. Эти сундуки не по размеру различаются, а по взрывоустойчивости. И красивый зато. Зелененький. Мне бы красненький, но здесь нету красненького. Медь поближе всего к этому. Там, кстати, паучок заспанился. Это то, что нам надо. Нам глазики тоже нужны время от времени. Ну что, займемся тогда кровавой магией. У меня бардак такой в инвентаре. Прям вообще атас. Займемся тогда кровавой магией. Или же все-таки автоматизацию этой штуковины запилить. Пошли разберемся с тем, что там наспавнилось. Здесь криперы взрываются или нет? Ну, в смысле, взрывают. Это, скорее всего, взрывают. Привет. Ой, прям еще и голова выпрыгнула с тебя. Паучок, ты где? Привет. Дай глазик. Глазик. Жадина. Так, здесь будет у нас сундук. Сундук есть. И сюда можно будет перенести уже все, что касается кровавушки. Кровавушки. И как-то ману передавать тоже было бы неплохо. Сначала сделаем систему с ведьминой водой. Так. Это все кровавушка, кровавушка. И сам алтарь тоже перенести стоило бы. Я не знаю, что с этими изумрудами делать. Серьезно. У меня их столько, что... Блин, куда их столько? Я не знаю. Партиклы, партиклы, отстаньте от меня. Почему я вас с собой ношу? Мне приходится перед стримами тигры спать, чтобы стрим досмотреть и не уснуть. Вот это подход. Расставим руны и потом уже будем делать покруче алтарь. Сначала Soul Sand. Я хочу, чтобы потихонечку у меня делался Soul Sand в хороших таких объемах. Есть. Что? Еще две обычные. Есть. Ау. Ау. Еще посмотрю, что я могу делать из эндстоуна. Хорошо. Неплохо. Покрасить. Покрасить и выбросить, как я люблю говорить. Могу разбить в крашит эндстоун, а уже крашит эндстоун ни на что сильно полезно не сеется. Вот если бы там с малюсеньким шансом было бы семечко. Вова, кстати, сделала интеграцию Void Plate. Делаются на этой машинке из мерсива с специальным кастом на пластины. Смотрите, у нас гости. Где моя земля? Гости. Привет! Тебе здесь хорошо? Прям забила его там. Просто забила. Флешка. Эндерлилии выращивать. Ну так. Семечку еще надо иметь, чтобы эндерлилии выращивать. А пока что будем использовать эту штуковину вот таким вот макаром. Хорошо, возвращаемся к нашей теме с... У меня теперь есть эндерперлы. Это значит, что я могу сделать Vibrant Alloy и сделать трубы наконец-то.